Первородные. Похоже, вы потерпели фиаско. И где теперь далее? Она может быть где угодно. В церкви она не оставила следа. На сегодня она с нами покончила. Наверняка хочет, чтобы как следует прочувствовали поражение. Поражение? Не согласен. Мы увидели ее, оценили ее силы. Если это все, на что она способна, я не впечатлен. Ее цель не производить на нас впечатление. Она хотела, чтобы мы показали ей свое оружие, и мы, дураки, так и сделали. Мне показалось, или Клаус беседует с нашим отцом? Ребекка, я всегда узнаю твой лукавый язычок. В какую передрягу попала ты на этот раз? Уверен, все из-за ублюдка. Хватит. Мое терпение, как и эта встреча, подходит к концу. Согласен. Перед нами стоит всего один вопрос. Что мы будем делать? Я все планировала иначе. А вы поторопились и создали единственное оружие. Конечно, она его отобрала. И теперь мы лишились преимущества и ресурсов, необходимых, чтобы убить ее. Ты преувеличиваешь. Эти ресурсы легко добыть. Посмотрим, что нам нужно. Твоей крови у нас в достатке. Норвежская почва тоже не редкость. Что еще? А, да. Пепел. Викингов, угнетателей Далии. И единственный экспонат из музея, добытый с большим трудом. Пропал. Из-за твоей бестолковой, блин, идеи. Если я почувствую хоть каплю твоей магии, Фрей, я его прикончу. Кажется, ты не удивлен. Предательство. В твоей крови, юнец. Нет. Я не родился таким. Ты борешься ради нее. Ради Фрей, дочери, которую едва знал. А меня ты долгое время считал своим сыном. Пока не пришло разочарование, откровение о предательстве. Было время, когда тебе нужно было лишь быть мне отцом. Но даже тогда ты презирал меня, не так ли? Я хочу знать, почему. Не знаю. Просто так вышло. Это твои последние слова. Фрея, мне так жаль. Я люблю тебя. Нет! Пепел викинга и правда редок. Но нужно лишь найти горящий труп викинга.